Омега-3 и красный королевский женьшень – это бестселлер прямых эфиров телеканала Шоп-н-Шоу. Это главное предложение только сегодняшнего дня. Сердечно-сосудистая система омега-3 так важен для нашего организма. Если у вас гипертония, если у вас в роду были инсульты, инфаркты, если вы перенесли какую-то из этих острых состояний, то обязательно омега-3 для восстановления и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сегодня вы получаете целый курс на полгода применения, 180 капсул за 999 рублей. А заказывая вторую упаковку, вы получаете ее всего лишь за 500 рублей. Звоните и заказывайте прямо сейчас. С нами на связи прямо из Южной Кореи доктор Ли Ван Че, почетный профессор Сеульского национального университета и президент Корейского общества иммунологии. Доктор Ли, подскажите, пожалуйста, кому в первую очередь вы рекомендуете омега-3? Здравствуйте, я рад приветствовать российских телезрителей и хочу сказать, что наш иммунитет и исследования это показали, это природный щит и единственное, что стоит между нашим здоровьем и болезнью. И я рекомендую, особенно тем, у кого ослабленный иммунитет, обратить внимание на омегу-3 с южнокорейским красным женьшенем. Мы создали натуральный продукт, в котором необходимая суточная дозировка омега-3 и экстракта ценнейшего южнокорейского красного женьшеня для укрепления и повышение иммунитета. Корень корейского женьшеня – источник жизненных сил для тех, кто чувствует упадок сил, перенес заболевания, часто простужается, плохой сон, плохая память, утомляемость, головные боли и скачки давления. А омега-3 для вашего сердца и сосудов, которые способствуют более мягкому воздействию женьшеня на сердечно-сосудистую систему. Мы создали эффективную форму в виде капсул для лучшей усвояемости и защиты всех органов и систем. Это удобная схема приема. И принимать нужно всего по одной капсуле в день. Южнокорейский красный женьшень – это энергия и ваш иммунитет, а омега-3 – это укрепление сердца и сосудов. Исследование опубликовано еще в 2019 году, в котором приняло участие 8179 человек, которые оценили влияние омега-3 женьшеня. Участники принимали, они были разделены на две группы. Одни принимали одну капсулу южнокорейского женьшеня с омега-3, а другая группа – принимала плацебо, капсулы с обычным минеральным маслом. Длительность была исследования 6 месяцев, и все пациенты принимали статины, имели высокую концентрацию тиреоглобулина в крови. У пациентов, получавших омегу-3 женьшенем, наблюдали статически значимое снижение относительного риска сердечно-сосудистых событий на 25% по сравнению с лицами, получавшими плацебо. Соответственно, у участников первой группы было значительное снижение тиреоглобулина и холестерина по сравнению с плацебо через год. Данное исследование продемонстрировало, что прием одной капсулы в день можно обеспечить дополнительное преимущество о снижении сердечно-сосудистых заболеваний, рисков возникновения инсультов и инфарктов и продлить свою жизнь. Спасибо огромное, доктор Ли, на связи из Южной Кореи. 999 рублей – защита сердца. Каждый второй препарат сегодня вы получаете за 500 рублей. То есть 180 капсул за 999 рублей – вторая упаковка за 500 рублей. Еще полгода применения, представляете? Всего лишь за 500 рублей. Звоните и заказывайте. Собирайте свою корзину здоровья. Может быть, вы закажете две. Одну для себя, вторую для супруга. Одну для себя, там для мамы, для бабушки. Омега абсолютно всем нужна в любом возрасте. Сегодня научный мир, вообще все, профессор любой вам скажет, любой научный сотрудник. Да, люди вообще, ученые говорят о том, что омегу-3 нужно принимать с детства. Да, то есть омега-3 важна, необходима нашему организму, а именно сосудам. Поэтому, когда мы говорим с вами про омегу, это жизненно важный компонент, который укрепляет стенки сосудов, да, и сердце, которое профилактирует инфаркты, инсульты, нормализует давление, нормализует гормональный фон. Тут же есть у нас и женьшень, который укрепляет иммунитет, нормализует уровень сахара в крови. То есть мы говорим о том, что женьшень, его называют корень жизни. Здесь
есть он в маленькой дозировке, да, в такой вот, который можно ежедневно принимать, и даже гипертоником. Поэтому выбирайте смело, звоните и заказывайте прямо сейчас, оплачивайте прямо сейчас и получайте дополнительную скидку в 10%. Это главный товар дня для того, чтобы летом поехать на дачу и не бояться этой аномальной жары, которую прогнозируют сейчас синоптики, что лето будет жарко. Вы знаете, как гипертоники чувствуют себя на жаре. Да и так, сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по смертности во всем мире. Посмотрите, процент 75% мужчин и 61% женщин после 50 лет так или иначе переносят какие-то вот сосудистые катастрофы. И в мире зафиксировано более 2 миллионов инфарктов. Только представьте, какое это количество за один год. Более 2 миллионов инфарктов. Мы еще не берем сюда инсульты и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, а их очень и очень много. Кого сейчас вот не посмотришь, да, у кого-то в семье обязательно инсульт, инфаркт был, кто-то восстановился, кто-то восстанавливается, а кто-то никогда не восстановится. И наш эксперт, доктор Ли Ван Че, почетный профессор Сеульского университета и президент Корейского общества иммунологии, сегодня с нами на связи. Доктор Ли, подскажите, пожалуйста, вот в чем уникальность этого препарата, да, вот именно омега-3, как он полезен для сердечно-сосудистой системы? Да, Арина, это действительно очень серьезная проблема. И именно прием омеги-3 позволяет улучшить качество жизни, улучшить работу всех внутренних органов и продлить жизнь. И, конечно, хочется отметить, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты обладают кардиопротекторным эффектом, основанным на целом ряде хорошо изученных биологических механизмов. В составе используется омега-3, добытый из жирных сортов рыбы, которые обладают высокой выносливостью и способны преодолевать серьезные природные сопротивления, достигая нужных мест и накапливая тем самым внутреннюю силу. Омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, исследования подтверждают, которые проводили в течение 20 лет, что при первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с очень высоким сердечно-сосудистым риском показывают хорошую динамику. Эссенциальные жирные кислоты семейства омега-3 определяют жизненно важные процессы в организме, и в многочисленных исследованиях продемонстрировано, что восполнение дефицита этих нутриентов обусловлено особенностями современного питания, увеличением пищевого именно приема в рацион рыбы. К сожалению, сейчас мало кому доступны качественные сорта рыбы, и сердечно-сосудистые у нас возникают серьезные проблемы и заболевания. Отсюда идет проблема с сосудами и высокий холестерин, и риски возникновения инсультов и инфарктов. И именно прием омега-3 на постоянной основе в капсулах от нашего бренда «Доктор Канданг» снижают риски, улучшают качество крови и эластичность сосудов и продляют вашу жизнь. Для того, чтобы поехать на дачу, ни о чем не беспокоиться, звоните и заказывайте прямо сейчас омега-3, красный королевский женьшень, главный товар дня.